Так, по мороженкам, значит, я сделала вот так, на этом и остановилась. Вверх тормашками, чтобы удобнее было распечатывать. Пунктирная линия, чтобы было удобно вырезать. Да, решила сделать вот такой вот текст. Будет ровнее. Вот, и картинки у меня обыкновенные, фотографии, взятые с интернета. По сути, просто поставила и внизу кончик, чтобы втыкать в мороженку. Такой вот интересный момент. Я их поставила уже на А4 и сейчас буду печатать и ламинировать.